Нет, сверху. Трое, три чувака. Шлема средние, ратники и ЗШ. Да, слышу. Тайник пробегают. На камни так поднимаюсь. У автобуса есть. Если можете, придержите как-нибудь. Сейчас позицию повыгоднее займу. Бегут трубы. Да. Они рано взрываются. Где враги? Могу, видите, я пока поднимаюсь. Тебе? Я поднимаюсь. Я, дай инфу, когда? Он на ледника, да, враг? Яр, где враг? У дыры, понял. Не вижу. Я в спине, да, я по забору бегу. Не прошел, один возле ближней. Где забор наш, да? От тайника идет. Да, прыгаю. Вижу, понял. Одного передо мной. Один минус. А, кто? Два минус. Кто около забора, около КПП, около лэпа, лэп. Там. Да, да, есть, да. Яр, нет, еще, еще от него справа. Если посмотреть на него, от него справа есть. Минус 3 суммарно. Это где вообще видано? Чё? Меврок. Привет, ребят. Вы часто спрашивали про квест 100 метровку. Ну вот один из примеров. Yes! Run. Здесь я привлек внимание и решил разорвать дистанцию с соперником. Карта берег. Решаю занять телефонную вышку, что даст мне возвышенность, и поискать врага отсюда. Внимательно выискиваю соперника и не сразу замечаю, что он ходит вон там, справа. Попался, голубчик. Я выполнил квест на нем. Молодец. Квест — это хорошо, но баги вам нравятся больше. Обрати внимание на следующий момент. В списке карт отображается таможня. При этом в кармане у меня нет карты таможни. И в инвентаре ее, как видишь, нет. Присмотрись, написано. Что должно изображено быть на этой карте? Но почему-то вновь и вновь я вижу таможню. Любопытный баг. Но игра еще в стадии разработки! Я тут рассказывал ребятам, где на развязке можно раскидать себя, ну, чтоб наверняка не досталось врагу, и предложил сделать это вот сюда. Но получилось не сразу. С броней тоже было непросто. Ошибка. Не стоит спрыгивать вниз. В одиночку отсюда не выбраться. Ну игра еще на стадии разработки!
Жизнь повернула не туда. Не повезло тебе. Чё? То есть я тебя ковыряю БС-ками, ты не умираешь? Я на тебя свечу фонариком, ты без проблем стреляешь с дробовика или мосинки и убиваешь меня? Серьезно, Тарков, да? Вот так должно было быть. Мы играем еще в стадии разработки! Только прости. Еще одно любопытное ПВП случилось на резерве, когда я лутал меченку. Со звуком тут косяк, поэтому я решил не напрягать ваши ушки этим жужжанием вентилятора и рассказать, как было. Прибегаю, как раз таки делал в том числе 100-метровку, лутаюсь и слышу отдаленные шаги. Правда, сначала мне показалось, что показалось. Я решил осмотреться и нашел врага. Как быстро выяснилось, их было двое. Ой, офигели. Минус 4. Немного подлутавшись, раскидался и... Не предпочитаю автоматическое оружие, а М-ку уже скинул. Патронов на вектор, как видишь, мало.
трясущимися руками надобыл себе магазинчик другой, пошел обходить, но врагов уже не нашел. Как выяснилось по статистике в конце рейда, я забрал 2 из 3 ребят, которые прибежали к мячинке. А это снова 100-метровка и парень, лежащий на скале. Будьте осторожны, если занимаете эту позицию. Стрелок от бога выполнен. Но это к вопросу живучести и нанесения урона по сопернику. Зачастую мы удивляемся, почему он живет. Как дела с КП? Был такой случай, когда Battlefield 3 еще не вышел. Я серьезно зарубался на форуме по поводу реализма Battlefield'а. Зачем? Зачем я это делал? Я делал из себя какого-то важного пока, который якобы чуть ли не служил в спецназе и разбирается во всем. И как бы, и таких там было много. И знаете, что это напоминает? В кружок сели и как бы делают кое-что себе. Это то же самое. Ну а здесь игра за дикого. Опять шумит вентилятор, то бишь кулер. Но момент интересный. Что ж вы так все воспринимаете-то? Это АПшки, братан. Блять, в укрытие! Enemy spotted. Неплохой получился рейд, особенно на раннем этапе, когда денежка была совсем не лишней. Получилось набрать вот столько гранат и немножко стволов. Чем обрати внимание, сколько всего получилось настрелять. Вот такая любопытная получилась серия. Буду благодарен за твое мнение в комментариях. Огромное спасибо всем, кто не забывает заглядывать Денису почаще. Услышимся. Пока.